Наступающим Новым Годом, друзья! С вами я, Константин Талах, и это мой блог Born to Travel with Talach. Я провел 3 месяца дома, и в последний день уходящего 2020 года мне удалось улететь в свое новое путешествие. Я вылетел из аэропорта Киев-Борисполь и спустя 2 часа приземлился в аэропорту города Стамбул. Это новый или 3-й международный аэропорт в районе Арнавут-Кёй на территории европейской части Стамбула. Аэропорт находится на расстоянии 35 километров от центра города. Планируется, что аэропорт станет самым большим в мире и будет способен обслуживать около 150 миллионов пассажиров ежегодно и будет обслуживать более 350 направлений. Стамбул – это мой транзитный аэропорт, и у меня есть свободных пару часов, чтобы побродить по зоне duty-free аэропортов. Знаменитая фраза из фильма «Восток – дело тонкое». Я хотел бы добавить только, что Восток – это еще необыкновенно и красиво. Некоторые из моих критиков скажут, что я опять снял рекламный ролик для duty-free аэропорта Стамбула. Ребята, но это же так все красиво. Я бы купил, по-моему, все. В душе ощущение новогодней восточной сказки. Пора идти на посадку. Мой следующий пункт назначения – Джакарта. С Новым годом! Это ваш Константин Талах и Born to Travel with Talach. Пока!